Король Хан Болливуда владеет частным самолетом и ведет очень роскошную жизнь. Он берет 20-25 крор за фильм, так что он может легко позволить себе частный самолет. Шахрук Хан – настоящий семьянин. Он защищает свою семью в значительной степени. Чтобы защитить частную жизнь своей семьи, он предпочитает путешествовать на своем частном самолете. Салман Хан считается, что он самый дорогой актер в Болливуде. Он берет свой самолет на съемочные площадки, рекламные съемки и личные поездки. Актер из Хилади Акшай Кумар, известный своей пунктуальностью на съемочных площадках и преданностью своему делу, также владеет частным самолетом. Он предпочитает путешествовать в нем только для того, чтобы успеть на межштатную поездку, так как это экономит его время. Анил Капур также является одним из известных среди знаменитостей, которые владеют частным самолетом. Он использует его для путешествия за границу. Он любит путешествовать в нем со своей семьей и друзьями. Его часто замечают на вечеринках в его собственном частном самолете. Амитабх Баччан – легендарная звезда, которую наш Болливуд хорошо знает не только за свою универсальность, но и за свою скромность и своевременность. В том случае, если Амитабх Баччан должен пойти на какую-то экстраординарную работу, в этот момент он использует личный самолет. Приянка Чопра. Международная суперзвезда всегда куда-то едет. Частный самолет – ее потребность номер один. Ее образ жизни состоит из многих дорогих предметов роскоши, и он является одним из них. Исполняющий обязанности артиста и кинорежиссера Аджай Девган также имеет свой собственный частный шестиместный самолет, который он использовал для поездок по всему миру. Шилпа Шетти и Радж Кундра ведут экстравагантную жизнь. Любовь, деньги и мир у этой пары есть все. Они часто улетают в разные места на своем частном самолете. Королевский хан Саиф Али Хан ведет очень роскошную жизнь. У него также есть частный самолет. Актер женат на Карине Капур. И поскольку он сейчас менее активен в индустрии, поэтому он просто использует свой самолет для личных поездок. Ритик Рошан привез личный самолет во время съемок «Джодха Акбар». В то время он часто использовал свой самолет, чтобы приехать на съемки. Другой суперзвездой, владеющей частным самолетом, является Санджай Дат. Он заработал миллионы и ведет очень роскошную жизнь.